Зачем многие думают, что уничтожители лакокрасочных покрытий не работают? В режиме реального времени мы сейчас с вами попробуем вот это количество изделий убрать, лакокрасочное покрытие старое. У нас представлены два вида уничтожителя лакокраски. Это у нас вот такая вот смывка. Наносим хорошенечко. Так, и второй у нас будет вот такой вот гель. Г52. Мы накроем все это пакетиком. Так, через 30 минут мы снимаем пакетик. И шпателечком пытаемся снять старое покрытие. Если покрытие чересчур старое, то можно процедуру повторить. И после всего этого смываем органическим растворителем 646. И открываем сейчас. И второй тоже, стрелочкой прям. Подводим итоги. Смывка старых лакокрасочных покрытий работает как на гелевой основе, так и на основе парафина.